Всем привет, ребят! Ну что, мы на следующем аккаунте моего подписчика Алимы. У нас сегодня коллекционер героев. Также он попросил посмотреть ему чарки, руны. Посмотрим, это тоже находится. Он в гильдии Калифат. Кидайте заявочки, вступайте. Привет, вступай в нашу гильдию. Вот так вот, только контактов никаких нет. Находятся они на 4450 месте. 4450. Так. Алиминер 619. Поехали. Ну, это, судя по всему, бездонатный аккаунт. 6095. Фоба. Призрачный Космо. Блин, Космо на предыдущем роллинге вытащил. Тесса, Стрелок, Трифит, Королева, Седна, Кенди, Ледяха, Культист. Короче, тут до хрена всего надо, будем потом разбираться. Вот такой вот у нас коллекционер героев сегодня. Плюс накопление есть. Давайте будем движевать. Сейчас посмотрим, что там у него по чарам, по коробкам. 129. Ну, есть немножко и коробочек, и чар. Давайте еще героев сразу глянем. Что там у него интересного есть, прокачанного. Так, Афинка. Бигфутик, Фрейка с недомоганием, в принципе, нормальный вариант. А дальше у нас нету просто снаряги, некому ставить. Не знаю, кому мы там будем, может, таланты посмотрим. Так, окей. С этим разобрались, поехали, попробуем паролить, потом будем определяться по аккаунту. 450 и сразу же падает Бигфут, но он здесь есть, сразу же Лего с первой тычки. Так, окей, плюс слоты на склад, я понял, Дед Мороз, шаман, ведьмочка, блин, это пипец какой-то, вот реально такая что-то срань падает, Капитан Дрейк. Давайте посмотрим, чего у нас с этих героев нету. Так, Капитан Рогатка, да у него все это есть, Укротителя нет. Да, рандомчик сегодня, короче, как обычно. Фрейка, которая нужна на том аккаунте. Блин, просто жесть какая-то сегодня творится. Так, а что у него по донату? 3500. Офигенно доната вообще. Поехали. Шанс либо как обычно. Если бы можно было, знаете, менять с аккаунта на аккаунт, там отдал Фрейку, там отдал Космо, и все, гуд, и ребята довольны. Так, понятно все, окей. Я надеюсь, сейчас будет имба. Бум, 250 на склад. Одержимый. Ну, это такое, блин, что-то реально такая срань падает сегодня. Смотрите, хоть студеные падают. Призрачный всадник. Ну вот всадника у него, кстати, я не знаю, не было. Рандомчик просто издевается. О, землероечка. Ну, хоть так. Так, поехали, посмотрим. На таких аккаунтах вообще должно просто сыпать, блин, безбожно. Нифига не падает. Я не знаю, что сегодня такое. Призрачная землеройка. Ну, призрачная это что? Это ж не герой, блин. Это печаль. Призрачный и землеройка. Ну, землеройка это хорошо. Чик. Так, и призрачный всадник. Где он? Вот он. Ну, это такое себе. Так, поехали дальше. Студеный, душик. Такое чувство, что на этом аккаунте мы уже собрали этих 12-15, 16к, 12-15, но хоть здесь Ведьма Морозница упала. Так, окей, поехали дальше. Я надеюсь на то, что сейчас будет мега трэш Сноу.
Паладин ниндзя, ну Паладин ниндзя, Дракула. Что это за фигня? Это разве герои? Это герои в прошлом, это имбы прошлого. Студеный. Еще один. Леди Лео, вот Леди Лео, по-моему. Или была у него. Блин, так вот столько аккаунтов, не успеваешь запоминать все. Отлично, еще один недостающий. Но это такие герои, которые, ну, я не знаю. Я, допустим, у себя там на максималках еще бывает использую. Надо будет подумать, создать рубрику по поводу таких обычных героев, как их можно использовать и где можно использовать. Потому что у большинства ребят чаль. Уже по два героя выпускают в обновлениях, поэтому реально трэш происходит. Такс. Поехали. Чик, Триантик. Чик, Ниндзик. Видите, после рейдов, конечно, падают лиги, но... Капитан... Блин, сколько сегодня выпало уже капитанов? И Сноу, и Медуза. Нафига они здесь? Вот нафига? Вот просто объясните мне. Раз, два. Нифига. Просто печаль, ребят. Ну, хоть собрали и слизнячков, но глядя на этих героев, просто печально все. Насколько бывают разные рандомчики. Так. Ничего мы не пропустили. Тесса, Стрелок, Трифит, Кенди. Блин, да тут пипец. Тут выбивай. И выбивай. Но он, блин, не падает нифига. Жесть. Просто одним словом, жесть. Так, это нам не надо. Окей, поехали посмотрим. Он просил посмотреть ему героев. Ну, что смог, то выбил. Собрали, конечно, это. Так, ну сюда, конечно, на сегодня... Ой, там стойкость была, ладно. Мы выбили талант покруче. Эссо. Ищем ворожей его. Так, огненка, отлично. Хороший, кстати, аккаунт. Ой, Берс, да ну куда, бро, ты что? Даже не качай его. Тут, конечно, печаль с талантами, я это уже понял. Корка. Можно какому-то допу сунуть. У него тут у всех пятерки, что ли? Судя по всему, да. Фу, сколько всего. Ожог, ничего себе. Допом повыставляем сейчас. Так, огненка, отлично. Огненка можно на землеройку сразу лепить. Можно было бы и ворожая, но мы туда СО поставили. Потом, если будет, то поставим еще огненку. Так, бег это допу. Ожива. Уж сколько тут всего, это просто жесть. Нафига вы столько открываете? Так, тут ремочка правильно стоит. Так, ожива. А Ронину ожог надо. Командорка из ворот. Так, паст ставим сюда, утекание ставим. Череп ремочный. В принципе, как вариант. Такс. Тикаха. Блин, у него пятерки стоят не там, где надо. Так, утекание. Ну, тут пятерка стоит, ее пока менять бессмысленно. Одержимому не надо было пятерку ставить. Сюда поставить. Так, скорость бега. Это трэш, ребят, конечно, такие аккаунты. Так, разброс это можно пока поставить. Просвет.
Рассвет можно на Лиди Лео кинуть, будет ее качать замедление. Замедление, замедление. Укротителя у него нет. Ну, в принципе, тут у него тут героя, по сути, на архе вообще практически нет. Так, кто-то живо. Чё, тыква вообще без таланта, что ли? Офигеть. О, ожог, отлично. Ищем Роньку. Это уходит сюда сразу же. Еще одно замедление. Это можно поставить вот сюда вместо ТУ. А, так, ТУшка у нас пойдет на Химку. Баст. Баст можно, в принципе, и на Бигфута цепануть. Поставим на Дрейка пока. Отлично, ремочка. Дерево у него с ремкой. И надо хотя бы один атлант ремочный. Смотрим, что там у него по атлантам вообще творится. Понятно, все, ни одного атланта. Не надо столько героев. Так, живо. Зачем их открывать? Живо, живо. Уже лучше тыкви поставить, пусть ресница хоть раз. Но на тыкву надо кое-что другое. Либо исцеление, берс, то есть. Вот даже берс. Отлично. Так. Укротителя здесь нет. Поэтому это целушка. Чисто ради силы можно поставить. Так, утекание. Где там его одержимый? Тут с бас, там еще одно утекание, да. Лучше утекаху пока поставить. Ракушка нафиг не нужна. Огненка, отлично. Замедление. Уже нафиг. Самоуничтожение нафиг. Живо. Блин, ну у него скинов маловато, конечно. Точнее, вообще нет. С этим вся печаль. Так, бог войны, бог войны. Поставим пока сюда для подземок. Берсик. Вот тоже беспонтовая тема для его героев. По мне. Тыковка у нас уже есть одна. Так, бог войны. Бог войны, бог войны. Наверное, хватит пока. Верну у него героев. Скорость. Не особо много, лучше коробочки приберечь будет. Что-то интересное потом поролить, потому что, ну, много талантов. Просто некому ставить. Да, оставим. В общем, такой вот, ребятушки, трэш. Пишите комменты, ставьте лайки и внимательно смотрите видосы с прокачками героев, с талантами, потому что у большинства просто трэш на аккаунтах. Всем удачи, всем пока.